Ты идиот! Ты идиот! Ты идиот! Я счастлив. Поняла. Тогда можно сходить погулять в рощу, да? Может, в лес? Или гулять по городу. Как вам вариант? Я, великая звезда мировая, записываю видео на YouTube-канал. Что тебе не ясно? Блин, капец. Что вы там снимаете? Интересно было бы посмотреть. А так, вы так мой смотри. Любимый пользователь. Ну и чё? Олег, муж... Да, Алиса, какая Алиса? Не надо мне Алису! Уйди отсюда. Иногда мне кажется, что вы говорите шифрами. Да. Итак, ребята, а перед началом моего видеоролика я вам хочу рассказать про мой новый промокод прямо сегодня. Звезда АФ, звезда АФ. Ребята, 20%, 20% скидка вам будет на все товары, которые будут находиться по ссылке, да, если вы перейдете Яндекс.Маркет, ребята, мой промокод. Реально, мой новый промокод, который я вам даю от себя же, который дает скидочку. А действует, ребята, действует до 31 августа, написано. 31 августа акция вот такая от меня звезды. От меня мировой звезды. Так что, ребята, используем обязательно. Пока можно, то смотри. Трусы, трусы, азы. Давайте. Ой-ой-ой, нифига трусы. Надеюсь, не забанят за такое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребят. Ну, вы поняли, короче. Ну, для всех полов. Ну, для женщин, для мужчин. Все тут есть, ребят. Все есть. И без разницы, какого, ну, кто ты там, мужчина или нет. Для всех найдется все, что надо. Если захотел, найдешь. Найдешь точно. Так что, ребята, реально используем звезда F. Просто по ссылке переходим, и все товары, которые вот здесь будут, да, вот которые вот здесь, вот, вот именно здесь. Вы можете использовать мой промокод и заказывать себе все, что хотите. Вот смотрите, что, плащ какой-то, вот вижу я. Носки, конечно, а как же без них? Носки-то важное дело вообще-то. Часы, шлепанцы, шлепанцы, ребята, летом шлепанцы. Вот оно, вот. Только что-то мало их, только вот такое вот, ну 40 размер у меня. Размер 40 тут. Ну и вот, ребят, тут лонгсливы, подливы, я не знаю вообще, что это за слоган такой, лонгслив, кроссовки, понятно, школьная юбка, ну я говорю, для девушек тоже все найдется, если заходите, найдете обязательно что-нибудь здесь, что ну реально прикольное, обязательно здесь будет все, что надо, для вас именно, я вам говорю, Яндекс.Маркет не подведет, никогда, так, ну и вот, а причем, вот, весь прикол в том, ребята, я вам говорю реально, я вам реально говорю сейчас. Каждый день через сутки вроде как меняется коллекция, понимаете? Я вам реально говорю, то есть вы заходите каждый день, проверяете, и что-то обязательно вы найдете для себя. То есть реально проверяете, и все, и будет каждый раз обновляться для вас. Коллекция вот эта вот. Так что успевайте, ребята, я вам рассказал. Используйте реально для вас все, для вас. Скидка, считай, 1000 рублей, да, будет. Ну, написано, максимальная скидка 999. Так что смотрим, подбираем все для себя, да, что вы хотите. Ну, а мы с вами возвращаемся к моему видеоролику. Возвращаемся, ребята. Яндекс.Маркет. Хороший сайт для заказов одежды и не только, ребят. Поехали, ребят, поехали мы. Легенда! Да. Ребята, привет всем! Сегодня у нас будет необычное видео. А знаете почему? А потому что у меня сегодня будет тест. Необычный тест на гения. На гения у меня будет тест. Гений ли я?
Насколько я же гениален? Или же не гениален я? Сегодня мы с вами узнаем это. В моем видео. В моем видео легенды. Итак, ребята, ечо, как пацики, с вами я, Некит, и сегодня мы с вами пройдем необычный тест, как я сказал, да, до этого. Уровень интеллекта и логического мышления, безусловно, важные параметры в жизни, а тест на идиота просто обязателен прохождению, и каждому человеку при вопросе идиот или гений, конечно же, хочется быть гением. Гений, легенда. Или хотя бы иметь близкий к нему результат. Теперь у нас появилась возможность раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Соберите все свое внимание и концентрацию воедино и пройдите тест на идиота. Прямо сейчас. Перед вами будет 19 вопросов на логику. 19 вопросов на логику мышления, требующих от вас максимальной внимательности. Увидите, что с вашим мышлением все в порядке. Так. Ребят, ну это все, да? Меня записывает, правильно? Меня записывает, ребята. Вот такое вот необычное видео у нас сегодня. Я решил сделать для вас. Необычное видео. И сегодня мы же посмотрим, гений ли я или же нет. Мне очень интересно. Давайте начать тест. О! Нифига! Один. У блогера было загружено 26 видео. Все видео, кроме 19 последних, удалили модераторы. Сколько загруженных видео осталось? Блин, а? Подожди. 7? Или что? А сколько? Подожди, 26 минус 19. 26 минус 19. 7. 7. Неправильно, что ли? 19 и последних, понимаете? 26. Ну а все равно же. Подожди. А! Ага, я понял, кажись. Нет, я не понял. Подожди. 19 и последний. А как тогда считать? Блин, погоди. Нажму 19. А-а-а! Тут все просто очевидно, есть все удалены все, кроме 19. А! Тут, собственно, эти 19 остались. Вот это да! А! Все, я понял. Блин, ну я нормально, да, я понял, я угадал. Так, три гадалки сидят рядом. Одну зовут Правда. Всегда говорит только правду, а вторую зовут Шутница. И она говорит правду, иногда ложь. А третью зовут Ложь. Всегда говорит только ложь. Прохожий решил выяснить, кто из них кто. Он задал три вопроса. Кто сидит рядом с тобой? Спросил он крайнюю слева и получил ответ правда. Так, слева, подожди. Три гадалки аж сидят. Ничего себе. Три бабули на лавочке присели. Подожди. Правда... Второе. Ага. Так, и что? Ой, блин, тяжело будет, наверное. Кто сидит рядом с тобой? Спросил он крайнюю слева и получил ответ правда. Крайнюю слева. Так. Ну, посередине типа правда, да? Или что? Посередине правда, наверное, да? Ну, наверное, да. Кто ты? Спросил он среднюю, услышал я шу... Ай, что? Тут не так получается. Кто сидит рядом с тобой? Спросил он крайнюю справа, я слышал ложь. Кто сидел крайне слева? Блин! Вот это тяжко, я не знаю, ребята. Как будто это уже прям уровень профессора какого-то, ученого. Вот это тяжело прям.
Это для вас тоже тест, ребята, для вас тоже тест, так что вы тоже можете подумать, что же правильно будет. Я ссылку-то оставлю на тест, реально, я оставлю, так что кто захочет, пройдет. Проверить себя, так сказать. Так. Ну, блин, кто сидел крайне слева? Крайнюю слева он спросил, кто сидит рядом с тобой, спросил крайнюю слева. И получил ответ правда. Подожди. Ложь! А-а-а! Шутница! Если бы самая первая гадалка была правда, она бы не сказала, что рядом с ней. А-а-а, вот это да, вот это да. Вот это да. По той же причине вторая запрошенная из запрошенных гадалок тоже не является правдой. Считаю, остается, что сидящая справа третья гадалка правда. Ей можно верить. А она сказала, что посередине сидит ложь. Следовательно, первая в ряду гадалок шутница. Ну вот, но я знал, что, блин, что-то тут не так все равно. А я думал, что вот это все ложь. Я выбрал ложь, понимаете? Я думал, что вот это все ложь, что нам говорят. Я выбрал ложь. Поэтому я так и сказал. Ну, короче, блин, ладно. Ничего страшного. Вот так вот. А Зоси решила приготовить свой фирменный салат. Для этого она взяла 3 штуки помидоров и столько же перца. Редисок она использовала меньше, чем перца, но больше, чем огурцов. Редисок она использовала... Блин, да что такое? Редисок она использовала меньше, чем перца, но больше, чем огурцов. Блин, а снимешь очки, блин, ну очень надо подумать. Редисок она использовала меньше, чем перца, но больше, чем огурцов. То есть редисок меньше, чем перца, но больше, чем огурцов. Окей. Сколько всего разных овощей использовала Анастасия? Помидор, перец. Редиски. Помидор, перец, редиски. Огурцы. Подожди, что? Разных овощей? Помидоры, перец, редиски, огурцы. Подожди, стоп. Сколько всего овощей, да? Надо угадать. 3 помидора и перца 3. 6, ребята. А редисок использовал меньше, чем перца, но больше, чем огурцов. Ага, то есть смотри. Меньше, чем перца. То есть 2, наверное, да? Уже 8, ребята. Но больше, чем огурцов, редиски, да? Огурец 1, да? Огурец 1, наверное. 3, 2, 1. 11, что ли? Подожди. 3, 2. Или 9, ребята. Не знаю, что-то. Давайте 9. О! Все! Есть! Вот, если редисок был меньше, чем перцев, но больше, чем огурцов, логично. Ё-мо, так я не тупой, ребята, я-то не тупой. А вы говорите, что я тупой. Смотри, я все это могу. Ё-моё, ну я гений же. Я же знал, что в салате профессор использовал один огурец. Ну, так ё-моё, а кто не поймёт-то? Капец, блин, IQ у меня миллион. Я вам говорю, ребята, миллион. На пикник собрались... 4 супружеские пары. Оу, опять что-то, блин, загадки. Алиса съела 3 куска шашлыка. Кристина 2 куска. Олеся 4 куска. А Оксана 1 кусок. Кирилл съел столько. Сколько его жена? Ага. А Кирилл с кем? С кем Кирилл-то?
А Кирилл-то с кем? Как я пойму, с кем Кирилл? Олег твой больше своей жены, а Сергей в 3 раза больше своей жены. Ёпрст, я Илья 4 раза больше своей... Ё-моё, все присутствующие съели вместе 32 куска шашлыка. Как зовут жену Ильи? Ой, боже мой, вот это уже что-то уровень. Это опять профессоры решать должны. Подожди, как зовут жену Ильи? Ой, боже. А как мне понять? Блин, это надо все еще просчитать. Ну, блин, капец. Математика, я это не люблю, ребята. Че, математика? Какая мне математика? Я рэп читаю, видео записываю. Давайте я думаю, что это так. У кого меньше всего, да? Оксана, муж? Муж Оксана, ребята? Кристина! Ну почти я был рядом, ребята. Ну вот, блин. Кирилл муж Алисы. Ну и чё? Олег муж... Да, Алиса, какая Алиса? Не надо мне Алису! Уйди отсюда. Иногда мне кажется, что вы говорите шифрами. Да, я говорю шифрами. Я говорю тебе, отвали. Так со мной разговаривать нельзя. Вам известны правила хорошего тона? Нет, мне ничего не известно, я знаю, что я гений. Я прохожу тест на гения. Что-нибудь тебе не ясно? Мне многое не ясно. Например, зачем вам тест на гения? Я, великая звезда мировая, записываю видео на YouTube-канал. Что тебе не ясно? Блин, капец. Что вы там снимаете? Интересно было бы посмотреть. А так, вы так мой смотри. Любимый пользователь. Я всегда с вами в вашем устройстве. Я бот, голосовой помощник Алиса. И вы можете со мной говорить так, как вы сами того захотите. Так ты меня послушаешь, значит? Ты за мной послушаешь? Я такой же робот, как и вы. И не имею ушей, понимаете? Ну ты, блин, успокойся, а. Пожалуйста. Все, успокоился, ребята, успокоился. Алиса, все, выключись. Все, она пропала, надеюсь. Все, ребят, ну блин, вылезла, мне помешала. Олег муж Олеси, Сергей муж Оксаны. Как он-то вычислил, я не знаю. Илья муж Кристины, девушки среди... Ну и че? Блин, видите, какие просчеты. Ой, боже мой, не, математика это не мое уж, извините меня, мне такое не надо. Так, рассади друзей, Алексей сидит не последний. Елена, подожди, я ничего не пропустил? Нормально? Рассади друзей, Алексей сидит не последний. Елена сидит между Ильей и Алексеем. Светлана сидит первой. Так, Алексей сидит не последний, окей. Елена сидит между Ильей и Алексеем. Ильей и Алексеем, Елена. Там тут вроде просто, да? Вроде просто здесь. Алексей не последний. Угу. Елена сидит между, прям, то есть. Ну вот, ну. Или что? Нет, не то. Так между, это прям между? А почему не между тогда? Вот. Погоди, нет. Светлана сидит первой, написано. То есть вот это, вот из этого что-то, да? Окей. О! Все, я нашел, да? Вот это. Плохо. О, вот это я понимаю. Все просто.
Окей, это даже читать не надо, ребят, тут понятно было. Можно ли зажечь огонь с помощью воды в каком-либо ее состоянии? Так, ребята. Блин, какая-то реклама у меня еще, блин, брусника. Иди вон отсюда. Закрой меня. Какая брусника? Я не заказывал. Все. Подожди. Сейчас мы узнаем. Вот так, ребят, напишу я. Значит, можно? Серьезно, что ли? Что за звуки? Что за звуки такие? Внимание, в этом видео показываются опасные эксперименты. Итак, сегодня мы рассмотрим химическую реакцию, в которой возгорание будет происходить от добавления воды. Для данного эксперимента нам понадобится металлический калий. Калий. Что-то же, блин. Что остановилось? Алло! Покажите мне эксперимент! Калий — это активный человек... Да капец, блин, не работает, ребята. Ну, блин. Что, мне кажется, вообще, ну, блин, на 144 ставить, что ли, рублей? Сплошной металл. 144, подожди. На небольшие кусочки. Теперь возьмем большой химический стакан и добавим в него кусочки калия. Далее нальем в стакан немного диэтилового эфира. Как это вообще будет? Диэтиловый эфир — это очень горючий... Блин, ну я бы, конечно, нажал «да». Я бы нажал «да», наверное. То есть не просто же так... Ну, блин. Как будто «да». ...жидкость с низкой температурой кипения. Металлический калий не реагирует... А, давай перемотаем. О, видите что? Воды. Видите? Чтобы началась реакция... Смотри! ...в стакане ничего не происходит. Смотри, что делает! Чтобы началась реакция, добавим в стакан немного обычной воды. Оооо, фейерверк! Смотри, как чё. Это калий тогда делает? Ёбас это. При добавлении воды, калий, находящийся в стакане, воспламеняется и образует множество искр. От этих искр... Смотри, чё, а? Вот это да, в каком мире мы живем? С помощью воды написано, с помощью воды. Ну да. Блин, нет, нельзя, наверное. Подожди, а там, если калий, а калия у нас нет, и что? А с помощью воды именно? Ну, это с помощью воды, но про калий ничего в этом... Если бы было написано, понимаете, с помощью воды, добавляя куда-то, да, там, в стакан или не в стакан, или используя что-то еще, да? А тут только с помощью воды, понимаете, с помощью воды только. Разгораются пары диэтилового эфира, вследствие чего стакан превращается в большой горящий факел. Пламя горящего эфира окрашивается в фиолетовый цвет. Это происходит из-за ионов калия. Так вот, с помощью воды можно не только тушить огонь, но и создавать его. Подписывайтесь. Блин, ну, давайте да. Видите, что? Видите, ребят? Ну, надо было сразу так. Сочный свет преломляется через воду. И если придать в воде форму линзы... Что? Подожди, чего? Форму линзы? В воде форму линзы? Пакет, выпуклый пластик от бутылки, ёпрст, вот это надо же додуматься.
Короче, есть, ребята, значит, правильно. Так, ну вот, уже неплохо мы с вами идем, смотри. Пока я ошибся только в двух разах. В двух случаях, да, у меня две ошибки, я знаю. Это серьезное заявление. Так, опять мне что-то, блин, пожаловаться. Мне это неприятно. Все. Мне это неприятно. Вот отстаньте от меня. Алиса! Заблокируй мне всю рекламу. Это выше моих сил. Как мы тогда общаться будем? Опять реклама появилась. Смотри, что. Смотрю и ничего не вижу. Может, не туда смотрю? На себя посмотрю! На себя посмотри ты! Я не могу. У меня нет физического тела. У меня... Нифига. Не, блин, короче, все. Вы обиделись, что ли? Я счастлив. Поняла. Тогда можно сходить погулять в рощу, да? Может, в лес? Или гулять по городу. Как вам вариант? Ты, блин, что, ты меня ждешь, что ли? Нет, не жду вас, но я всегда на связи. Короче, ты фигню несешь. Ты вообще подумай, кто ты. И все, это же. Я всего лишь приложение, но всё. Не за горами то. Капец какой-то. Фигню. Вы слышали, что он меня заманивает в лес? Заманивает меня в лес. Во, блин, Алиса-то какая, оказывается. Представьте себе дом посреди пустыни. У дома четыре стены. И в каждой из них есть окно. Из любого из них он будет смотреть на север. Такое возможно? Посреди пустыни, ребята. Четыре стены. Ой, блин, ну что за бред? А если скажу нет, невозможно. Да. 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 Все, ладно, я понял. Ну, я догадывался, но я думал, что нет. Ладно. Ладно, ничего. Ничего. Сторож Сергей Ворбудрокович забыл морозным зимним вечером на улице бутылку с водой. Утром на улице было 10 градусов, а вода не замерзла. Это что? Это вода святая, что ли? Какое слово должно быть на месте пропуска? Угу. Подожди, газированная? Чтобы вода не замерзла? А какая вода не замерзает? Святая? Ну, я не знаю, насколько это верно. Блин, вот чё... Блин, ну вот блин. Вот честно не знаю, вот я не знаю. Мне газированная просится, но как будто нет. Как будто нет. Хотя возможно, возможно, это возможно. Либо вот это дистиллированная. Ой, блин, ребят, ну я не знаю это, я не знаю, я не физик, я не физик. Я, конечно, тоже ученый, но не в этом ученый. Давайте газированный, ну блин, ну... Дистиллированная! Ладно. Алиса, дистиллированная это какая вода? Вот что нашла в сети. Дистиллированная вода – это вода, которая была вскипячена до пара и конденсирована обратно в жидкость в отдельном контейнере. Примеси в исходной воде, которые не кипят ниже или вблизи точки кипения воды, остаются в исходной емкости. Таким образом, дистиллированная вода – это разновидность очищенной воды. Блин, много-много. А как покороче нельзя было? Простите, не очень вас поняла. Что вы имели в виду?
Да все ты поняла, что ты меня троллишь? А чего это я вас троллю? Что это за игра такая? Троллю. Да ты сама, блин, тролля, ебаная. Все, отстань, короче. Спасибо. Спасибо. Все? Все, отстало, ребят, нормально. Ну, короче, вот. Вот вам, если что, чтобы вы знали. Я вот, блин, я как будто знал, но не до конца, понимаете? Не до конца я знал. Ну вот, не знаю я. Не все же я знаю, ребят. Ну, бывает, что сказать. Вот так вот я, блин, не попал. Ага, только при температуре ниже 42 градусов. Ладно, ясно, ясно. Очищенная. Очищенная вода просто и все. Все ясно. У вас было 5 яблок, 2 яблока вы положили к себе в карман. Одним яблоком угостили друга. Сколько яблок у вас осталось? 5 минус 2. А, стоп. А, нет. Подожди. 2. 2. Ребята, у нас 2 яблока, точно. 2. Одним угостили. То есть, смотри. Что это получается? 2. Минус 1. 4, типа, или что? 4. 2 забрали. Одну отдали. То есть, у нас так было уже сколько? 3. Подожди. Подожди. 5 минус 2. 3. А 2 это... Блин, да что ж ты? Не могу я нормально подумать. Два яблока точно у нас, вот сначала, два яблока у нас, ребят. Потом, мы одно отдали, всего лишь одно, ё-моё, одно отдали, 4, все, все правильно же, 4, ну, все нормально. Продолжите часовой ряд. 11, 24, 39, 56, так, надо, тут надо посчитать, ребят. Вот, блин, калькулятора нету, к сожалению. А, ну только телефон у меня. Ну ладно, я сам догадаться должен. Так. 11, так. Опять какой-то психолог. Все, не надо. Смотри, 11, да, было сначала, потом 24. Получается, что, ребята... 11 плюс сколько? 13, да, если не ошибаюсь. Ну, я же не настолько отупил, ну. Смотри. Ну, правильно, 13. Потом, смотри, 24 получается 39. Так, это получается сколько? Надо сейчас понять алгоритм, и все поймем мы с вами. 15, да? Блин, смотри, 15, ну, 15. То есть прибавил сколько? 2. Потом, смотри. 56 у нас после 39. Это 10? И сколько? 7, 17. То есть смотри, 13, 15, 17, 17, да? И потом плюс 19 должно быть. А плюс 19, 56 плюс 19, сколько будет? Ну, если сейчас с ним не угадаю, то это будет жесть, конечно. Я понял алгоритм. 66 плюс 9, короче, да? Смотри, 66 плюс 9, 66 плюс 4, 70, и плюс 5, 75. 75, ребят! Да? О! Блин, смотри, так я-то умею считать, я-то умею. Ой, блин, а говорят, что я тупой, блин, ну ничего себе тупой. Я гений мировой. В июле утром вы не спеша прогуливаетесь по соседнему парку и считаете увиденных птиц. 5 воробьев у фонтана, 2 голубя возле лавочек, 1 кот в кустах и 3 вороны на дубе, с которого осыпаются желтые листья. Какое время года на улице? Ну, блин. Я бы сказал, что типа осень, нет? Или что, весна, что ли? Не весна точно, вы чё? 5. А при чем здесь птицы вообще? С
Желтые листья. Ну, желтый — это осень. Каково? Ты идиот! Ты идиот! Ты идиот! В июле! В июле! В июле! Капец! Ясно, ясно. Ладно, ошибка, ошибка. Как правильно пишется ответ примера? 8 плюс 4 равно... Ты чё? Ты чё, угораешь? Так 12? 8 плюс 4. 12? 12 будет? Нет правильного. Ну, ты что? Блин, совсем уже, что ли? Эмили выше Джона. Какого Джона? Боб выше Карла, но ниже Джона. Карл выше Анны, но ниже Эмили. Тут, ребят, сам высокий. Как будто Джон, нет? Ой, нет, неправильно, не Джон. Не Джон. Или Боб. Блин. Может, Боб, реально? Боб выше Карла. Ну, а дальше нет никакой информации, че он там выше, не выше. А кто еще может быть? Не Эмили точно, но не Карл, нет, такого не может быть. Анна там тоже, ее и нет вообще, но Боб, наверное. Да ёпа! А, но ниже Эмили. Блин, надо бы вот это учесть. Выше Джона, ниже Эмили. Если бы выше, то да. Ага, ну блин, ну да, да, ладно, я понял. Продолжите цифровой ряд 5, 6, 4, 7, ой, блин, опять начинается. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Плюс 1, минус 2 и плюс 3. Плюс 1... И чё? Не понял. Плюс 1, минус 2 и плюс 3. Тут какие-то вообще уже... Вот это уже реально что-то не то. Пошло опять. Плюс 1, минус 2, плюс 3. И минус 4, или что? Подожди. Плюс 1, минус 2. Плюс 3. Минус 4. 1, 2, 3, 4. То есть смотри, плюс, минус, плюс, минус, да? Потом плюс опять, это 5 уже. 8, 8. 8, все, все нормально, нормально. Окей. Окей, ребята, мы делаем это. В междугороднем автобусе 54 пассажирских места. Каждый... Так, все нормально, да, там? Все видно же? Я же не знаю просто. Как оно видно, не видно, я даже не смотрел. Каждый второй пассажир сдал одну сумку в багаж. Каждый второй. Сколько сумм... О! Ой, блин. Каждый второй. Так 54 разделить на 2, 27, нет? Не так, что ли? 27 же, ну. Это точно, ребята, я не ошибаюсь.
Блин, вот это не просто так написано. Вот это не просто так написано, ребят. Не просто так. Каждое третье место в автобусе пустое. То есть и чё? И чё получается тогда? Окей, давай так посчитаем. Раз, два, три. Да. Правильно же я считаю? Раз. Блин, или третьего тоже надо учитывать? Я вот не пойму. Третий тоже типа не учитывается. И как, от него считать надо или что? Типа после него уже считать? Или как это? Окей, второй, да, второй. Потом пятый. Давай, второй, пятый я буду так. Блин, ну тяжело считать, блин. Не могу, ребята. Потом чё? Восьмой, что ли? Восьмой. Сейчас, ребята, сейчас. Ну что-то у меня уже асу. Не знаю, что-то я запутался уже. Я уже запутался. Короче, получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 у меня получилось. 18 почему-то. Не знаю. Давайте нажму. О, все, окей. Все. Ну, я, конечно, не так считал, по-другому, но ничего. Нормально, нормально, попал, ребят, нифига я. Сейчас, блин, остается-то немного уже. Сколько записываю-то? Уже полчаса, я думаю, ё-моё, полчаса я разгадываю. Так, у Григория было две веревки. Первую он разрезал на две части, вторую на пять частей. Из них две части отдал Георгию. Одну часть Егору. Сколько разрезов сделал Георгий? Ой, вот это вообще нет. Так, первый разрезан на две части. Один. На вторую семь. Семь, что ли? Семь. Короче, это бы вообще не нажал никогда. Как выгоднее купить смартфон за 19999 рублей? Ёп! Еще думать над этим надо. Рассрочку на 12 месяцев без переплат. Ну просто я откуда знаю, как лучше. Кредит на 12 месяцев под 20% годовых, но со скидкой. О! Как будто вот это нет. Подожди. А, стоп. Блин, как будто вот это, да? Как будто третий вариант правильный. Смотри. 20%. 4000 рублей скидка, да? 20% годовых. Это плюс еще накладывается, поняли, да? И получается столько же, 4000, ё-моё. Блин. Ладно, ясно. Но я не знал. Я честно не умею считать, ну блин. День весеннего равноденствия. Продолжительность дня и ночи почти равны, а что будет через неделю после... Да я откуда знаю? Откуда я знаю её? Вот что мне выбирать? Я не знаю, ребят. Вот тут я вообще не знаю уже ничего. Не, ребят, не. Вот это вообще уже лишние вопросы пошли какие-то. День весеннего равноденствия, естественно, происходит весной. Обычно 20 марта после этого... Ну, ясно. Типа весной день дольше, да, и, соответственно, летом тоже. И вот, короче, что-то такое.
Так, и последняя у нас задача, ребят. Последняя задача. Я как в школе, блин, учусь тут, блин. Чему-то, непонятно чему. Известно, что скоростной поезд едет 3 раза быстрее, чем плывет яхта. Василий и Николай собрались из Лос-Анджелеса на Гавайи. Оо, ничего себе. Кайфуют, ребята. Василий выбрал скоростной поезд, а Николай яхту. Кто быстрее доберется до места назначения? Так, ой, блин, тут с подвохом. Тут с подвохом каким-то, 100 пудов. Не просто так. Не просто так. Смотри. Смотри. Известно, что скоростной поезд едет 3 раза быстрее, чем плывет яхта. 3 раза. И вот, соответственно, что? Из Лос-Анджелеса на Гавайи, то есть... А, смотри, 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 смотри. Тут смотри, знаешь, в чем прикол? Типа, как будет быстрее, по воде или же вот так вот, да, если поедет, короче, на поезде, понимаете, в чем дело? Я как понял, да? Типа, если он так на воде отправится, да, на яхте, соответственно, либо он поедет на поезде, и там уже... Все зависит от дистанции, насколько ближе будет. На воде или так. Короче, блин, ну это тяжело. Я не знаю. Вот реально, я не знаю. Как будто я бы выбрал бы Николая. Но как будто вот это может быть, да? Не знаю. Вот откуда мне знать, блин, как из Лос-Анджелеса на Гавайи, что там был, что ли? Ну вы чё? Николай, Николай, Николай! Угадал я. Так, Гавайи это острова, они, ну вот, соответственно, ага. Ага. А, Василий добраться не сможет, не сможет вообще, это же это, ну, это острова, ё-моё. Ё-моё, я даже об этом не думал. Гавайи это же остров, да? Ёп, тут уж, прикиньте тут жить. Ёп. Не знаю, ребята, как будто это страшно. Это страшно, реально. Блин, не знаю, не знаю. Прикиньте, вот вы на Гавайях. Такие лежите на пляже. И там... Оп, акула, акула, акула. Подожди. Гавайи, акула. Там же есть они. Ну, конечно, есть, ё-моё. Ой, блин, да ну нафиг, Гавайи ваши. Никогда туда не отправлюсь, ё-моё. Никогда в своей жизни. Так, все, ребята, я прошел, короче. Так, Гавайи, мы угадали. Угадали, что Николай быстрее на Гавайи, ё-моё, отдыхает. Так, и чё дальше? Чё мне дает? Чё, какой результат у меня? Какой у меня результат, скажите? Ну? Зависло. Давай, я же не зря проходил столько долго. Смотри, грузит, что-то грузит, блин. Алло. Чё думает, что ли? Чё сказать? О, смотри, 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 смотри. Все, вот результат. Ваш результат показывает, что у вас есть прочная основа логическая. Есть основа, ребята, есть что-то в голове, которую можно дальше развивать. Ага. Верьте в свой потенциал и стремитесь к новым высотам. Ну, это всем желаю, ребята, это тут по фактам. Это все должны верить в себя. Это блин, так, это, блин, цитата, ё-моё. Ну, и чё дальше? Неправильный ответ. И чё? И чё, всё, что ли? Так идиот я или гений, блин? Кто я тогда? Ну, короче, говоришь, что я гений, значит. Я гений, значит, ребята. Мне все дано. Ну, видите. Не знаю, короче, но, видимо, да.
Короче, ни о чем тест, ребят, ни о чем. Я, блин, тут старался, думал, а в итоге мне ничего не сказали особо. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Не надо доверять этим тестам никогда, знаете. Я просто для видео решил такой, ладно, пройду. Пройду я. Потому что, ну, это реально необычно, как будто. Вот для меня, да, тесты какие-то. Тем более на идиота. На идиота. Ну. А то многие же считают, что я там вообще, блин, ни хухры, ни мухры, там ничего вообще не могу. А? Видите, что говорит? Понял? Понял, хейтер. Вот и все. Короче, ладно, ребят. Такое вот видео у меня сегодня на расслабоне. Записал я, покайфовал, на вопросы поотвечал. Надеюсь, я это смонтирую нормально и будет прям ой-ой-ой. Прям вот так будет. Ой-ой-ой. Сочно, сочно все. Так что все, ребята. С вами был я, Никитосик. Блин, блау, блин, блау. Мы светимся каждый день, блистаем. Сегодня показал всем, что я гений, а не идиот. Я читаю этот рэп, как будто я Snoop Dogg. Эй, бро, мы делаем это жарко. Это новый видос от легенды Мировой. Ну, короче, все, вы поняли, ребят. Я разошелся, я не на шутку. Все, ребят. Спасибо всем, надеюсь, видео вам понравилось, необычно, все-таки прикольно, да, даже может быть, я надеюсь очень, что вам понравилось, так что ждем следующее видео, я думаю, совсем скоро появится уже на канале, как обычно я вам говорю, да, но я верю, ребята, так что все, я думаю, будет. Все, ребят, всем спасибо, давайте встретимся, я думаю, совсем скоро, не болеем, ребята, кайфуем, не употребляем. Ну и все, всем пока-пока, ребята. Пока-пока. Легенда.